По поводу поднять иммунитет у детей я уже неоднократно говорил, еще раз повторюсь. Это либо золотой корень, радиола розового, он же хорошего качества должен быть, как у меня. Можно либо в термосе на ночь заваривать, пить в первой половине дня, либо в настойке. Либо в настойке его принимать, не пугаться, что настойка на спирту. На 50 мл кипятка добавляете пол чайной ложки, но для детей 1/4 чайной ложки. Добавляете, алкоголь весь испаряется, выпиваете, точно так же взрослым. И тоже очень эффективное средство, это масло черного тмина. Можете в интернет-магазине у меня на сайте отзывы почитать, работает 100%. Масло должно быть хорошего качества, как у меня, сразу говорю, друзья, потому что люди бросаются, масло черного тмина, все, побежал покупать масло черного тмина или побежала покупать, и ищут где подешевле. Начинают пить, разочаровываются и кричат, что не помогает. Вы попробуйте мое на запах, на вкус, на цвет, чтобы хотя бы это служило вам эталоном. Невозможно купить масло черного тмина за 100 мл за 500, 600, 700, 800 рублей, понимаете? Невозможно, когда кричат там 350 где-то. Но это одно название.